Бродяги, всем здорово, с вами Бодяга. Топ 5 пародий на Трилл Пилла, Егора Крида и Моргенштерна «Грустная песня», номер 2. Короче, музыкальный беспредел, сразу лайк автоматом, ты это понимаешь, вы это все знаете. С вас я попрошу только поставить лайк, и сегодня в 19:30 по Москве будет стрим на нашем с вами YouTube-канале, и в 7 вечера по Москве выйдет наш с вами второй видос на втором YouTube-канале «Авторский». «Авторский, ёб твою дивизию», подписывайтесь на канал второй. Ай, больно. Короче, погнали. Привет, с это вами. Это типа топ 5 пародий, окей. Звукой картинки, сюжету, видео и смысла помню. В стакане лед на шее, мой бриллиантовый ошейник. Так, слушайте, а у него там точно нету авторских прав на нее? Я что-то переживаю. Ну ладно. Детка, не для отношений. Папа хочет стать бриллиантом. Я помню эту песню. Пожалуйста, не надо мне ее включать, я переживаю. Пародию от канала Сантуца. Изначально эта пародия была залита на канал Kid Ford Show, где набрала 12,5 тысяч просмотров за неделю. Я вообще не понимаю, как сейчас работают алгоритмы YouTube, но это не единственная пародия с небольшим просмотром. Это тот случай, когда годные вещи, трудозатратные в производстве, собирают мало, а откровенный кал на нашем любимом хостинге может набирать за неделю миллионы. Но не будем о грустном, по качеству пародии претензий нет. Смысл есть, исполнение годное и сюжет имеется. Особенно улыбнул образ бабки с грилзами и очками, как у Крида. Вы мне включите, дайте мне оценить. На самом деле она крутая или нет? Жертвоприношение. Да. Зуб в стакане, зуб на шее, это жертвоприношение. Я вчера сидел в транши, а ты на моей шее. Нельзя всю жизнь ждать сектор приз. Ты в твои года поднимала коммунизм. Работай на заводе, бэби. Я закручиваю банки 8 дней в неделю. Пошло. Нормально. Что за поколение? Это хочет денег. Но зачем, сука, пикать? Здесь-то. Ладно, у меня в клипе запикано, потому что меня заставили запикать. Заставили запикать, я не хотел запикивать, но потом понял, что это, как бы, к девушкам относится. Это уже как оскорбление звучит, типа, это, сука, хочет денег, вот. На четвертое место попала пародия от канала Пикули. Здесь уже 70 тысяч просмотров. Смотров за неделю. Парни примерили на себя образы оригинальных исполнителей. Ой, боже, я слушал, там такой убогий звук, если честно. Я не знаю, он по приколу сделал такой звук, потому что там очень плохое звучание. Телей. Посмотрите. Твинин. Не, ну Трилл Пилл, конечно, number one. Но этот чувак точно может занять второе место. Так, я не понимаю, где песня? Исполни место. Чем я заслужил это такой облом? Я известно, что мне надо найти хвастаться баблом. Запрещает мат и прочее в этом как тоне. Как будто на диктофон записано. А скоро ты не сможешь танцевать тектоник. Только я хочу там денег. Так что получается я сука. Я херею, чё со звуком, пацаны? Чё с голосом? Хоть... Песня вроде нормальная, ну прикольная пародия, но... Ну вы поняли. Покрутим дерьмо. Прямо на постели? Да хоть здесь. Вместе? Да. Покрутить дерьмо. Прям. Вот сейчас прям нежданчик. Бронзу получает пародия с самым большим количеством просмотров среди всех пародий в сегодняшнем списке. Пародия от Егорика, нет, не Крида, Шкреда, набрала за 3 дня чуть больше 1 000 000 просмотров. Да, результат действительно годный, но и канал миллионник. Так опа, что не... надо на нее сделать реакцию, я что-то не видел. Очень удивительно. К качеству съемки претензий нет, смысл в тексте тоже присутствует. Не понравилось большое обилие автотюна, из-за этого немного портится восприятие в целом. Плюс 2 оставшиеся пародии мне показались интереснее, так что 3 место. Происходит один раз в неделю. Мне бабуля дала денег. Ну да, очень много. Одни волны, знаете, вот это... Типа, я волна, новая волна. Ладно. Говорила мне, давай устроим челлендж. Сходи в магаз, я еще мел. Я скинул все на деда. Это сука хочет денег. Поработай в постели, бэби. Ладно, я не хочу кричать, у меня младший брат спит. Иду сквозь метели. Ведь мой внук бездельник. А вот еще один нежданчик. Серебро забирает канал Влад Скоп. Поработай в постели, бэйби. Там только обработка в моем голосе. Во. С пародией, которая за 4 дня собрала всего 17,5 тысяч просмотров. Но думаю, это временное явление. Качество исполнения у ребят, как обычно, хорошее. А это насрать.
приятно слушать. Ну-ка, дай-ка я мотну. Кира вообще же на меня поймал. Я заслужил внимание этих дам, им известно мой канал, я полностью придумал сам. На канале ты забавный юморист, но в жизни ты закрытый, обычный пессимист. Мы на первом месте в топах, бэйби, делать видео всего один раз в три недели. Что думаешь? Блин, кстати, на самом деле круто. Реально, мне понравился голос. Али опять нежданчик, но нет. Да, это я знаю, это я слушал вчера только, вообще крутая пародия. Ты мажор... Это лучшая пародия. В тексте хорошая актерская национальным... От обманом вводят заблуждение. Опущу в реки за новый Мэрин. С божьей помощью взлетели. Вместо суши есть пельмешки. Доширак вместо кафешки. Как сюжет орла и решки. Если хочешь больше денег, бэйби, соберись и выходи на три работы, бэйби. Боже, красивая девушка. Песню спели. За грабеж веселье. Обязательно посмотри первый выпуск, если не смотрел. Надо будет потом посмотреть. Короче, что я могу сказать? Сегодня в 7 вечера по Москве выходит второе видео на втором канале. Авторское, прикиньте, авторское. Обоссаться можно от этого слова. С вас подписка на этот YouTube канал. Лайки, комментарии. И самое важное, чтобы вы посмотрели второе видео. До новых видосов, бродяги. Да.